Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины, их описания, которые я нашел в замечательной книге «Великие музеи мира». Рафаэль Санти, «Святое семейство с пальмой». Около 1506 года холст, масло, позолота переведено с дерева, диаметр 101. Представленное в Национальной галерее Шотландии полотно «Святое семейство с пальмой» принадлежит кисти одного из самых выдающихся мастеров живописи эпохи Возрождения – Рафаэля Санти. Оно относится к раннему периоду его творчества и было написано во время пребывания художника во Флоренции во второй половине первого десятилетия XVI века. Он создал цикл произведений, изображающих святое семейство, в числе лучшие из них не только шотландское, в кавычках, но и Мадонна с безбородым Иосифом. 1506 год, находится в Эрмитаже Санкт-Петербурга. Святое семейство с Агнцем, 1507, музей Прадо, Мадрид, и Святое семейство 1508 года, старая пинакотека Мюнхен. Данная картина имеет форму тонда, то есть является круглой. Рафаэль тщательно продумал ее композицию, передав высшей степени гармоничные взаимоотношения между персонажами. Младенец, которого держит Мария, изображенная в правой части, внимательно смотрит в лицо коленопреклонного Иосифа. Колористические решения полотна построены на ограниченном количестве цветов. И включает сочетание охристых, коричневых, сине-зеленых и красных оттенков. Более важным для Рафаэля оказывается поиск в области пластической выразительности. Но вот такое описание работы «Святое семейство с пальмой» Рафаэль Санти около 1506 года я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.